Întrebarea numărul 3 cu privire la acordarea ajutorului material. Stimați colegi, stimați membrii comisiei, este o problemă care, cu părere de rău, este și în municipiul Bălți și în toată țara. Problema și ține tot mai mulți oameni, mai mulți cetățeni. Deja nu mai sunt doar cereri sau rugăminți, deja sunt strigăte la cer și aici ține de situația economică și aici ține că foarte multe persoane deja au apărut problema că nu au posibilitatea, nu că să ajungă la magazin, de ajuns la magazin unii au posibilitatea, alții stau la pat, dar mulți din cei care pot ajunge la magazin nu mai au surse de existență. Deci, conform informației care mi-a fost prezentată de asistența socială, deci, în municipiul Bălți avem 714, în prima listă sunt 714 persoane, între două listă sunt 53. Значит, так, где этот Коля, который дал? Сейчас, секундочку, извините. Да нет, смотрю, где. А вот он. Значит, ввиду того, что есть бельчане, у которых тяжелейшая сегодня ситуация, кто-то является инвалидом, ветераны Великой Отечественной войны, их осталось не так много, кто-то ветеран труда, люди абсолютно разные, и это люди, еще раз подчеркиваю, у которых сегодня тяжелейшая ситуация, это люди, которые, даже избежав заражения коронавирусом, они просто понимают, что умрут от голода, понимаете? А это уже совсем страшно. Поэтому предложение, значит, такое. Значит, примерно определили продуктовый пакет на каждого человека, который нуждается. Значит, в этот продовольственный пакет включили продукты первой необходимости. И в основном ставили акцент на продукты, ну, которые не быстро пользуются, да, для того, чтобы это, этому человеку, либо этой семье этот пакет хватил на какой-то... то есть рассчитывали, значит, рассчитали, включили примерно следующее. Там гречка 2 килограмма, рис 2 килограмма, значит, пшеничная мука 2 килограмма, там две тушенки говяжьи в стекле, две банки, паштет печеночный, докторская колбаса, сливочное масло, сахар, макароны, печенье, конфеты, масло подсолнечное, вода питьевая. Значит, примерно рассчитали, чтобы один продовольственный пакет был на сумму 780 лей. Есть позиции, я хочу поблагодарить сейчас предприятие экономического агента Флуара Сарилу, которые, например, сказали, что мы готовы от предприятия передать 2000 бутылок подсолнечного масла. И они мне даже сказали, что уже в гараже. Да, спасибо им за это большое. Значит, они сказали, что по их расчетам, по их статистике, на человека в месяц, это литр подсолнечного масла, поэтому как бы они рекомендовали давать по две бутылки и сказали, что в дальнейшем, если этого будет недостаточно, то есть они что-то еще придумают. Возможно, кто-то из экономических агентов предложит другой вид продукции. То есть кто-то, может быть, предложит питьевую воду без газа, кто-то предложит те же яблоки там из фруктов. Поэтому, соответственно, если такие предложения будут, то, естественно, цена этого продовольственного пакета, она будет, она, естественно, уменьшится и за счет этих
за счет этих средств можно будет помочь и другим, потому что количество людей будет расти, к сожалению, если не ежедневно, то еженедельно точно. Поэтому, так как уже есть определенные люди, которым этим помощь нужна уже вчера, значит, у нас вот такое предложение. Да, значит, поэтому предлагаю рассмотреть проект решения номер 3. Выставляем на голосование, да? А? По процедуре. Значит, предлагаю за это голосовать. Да, пожалуйста, есть. А, я понял. Нет, если есть какие-то... Нет, подождите, что-то поспешил с голосованием на самом деле. Если есть у кого-то предложения, вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я прошу прощения. Значит, среди родителей, которые погибли в войне Приднестровья, в Афганистане, там примерно с учетом Приднестровья, это 7 человек. Я бы хотел их включить, потому что они остались по одному и живут в тяжелом состоянии, в тяжелом положении. Если это возможно. А их нет у вас? Нет. Я думаю, что нет. Значит, если нет, то значит они будут в этом списке. Спасибо. Да, предлагаю проголосовать за данный проект решения. Кто за? Против? Воздержались? Спасибо за понимание. Я уверен, что все эти люди будут вам очень за это благодарны. Спасибо.